Я обнаружил микроэми плюс еще парочку подарочков. Ой, ну... Что за... Откройся. Колсон сказал мне закодировать коммуникатор. Не знаю, работали ли вы с этой моделью, она... Серьезно? Ты издеваешься, Колсон? 6 дней! У тебя ушло всего 6 дней, чтобы взять абсолютно новое произведение инженерного искусства и превратить его в груду хлама. Мы тараним ее на машине. Или... Стой, я... И с этим нужно отжиматься, Лёша? Да она как мужик. Спасибо, но... Ты не говорил мне, что он настолько спятил. Он не перестает меня удивлять. Но хватит ли тебе смелости спустить курок? Неа. Это я. Ясно? Я вернулся. Рада слышать. А если они не захотят помочь? Я скажу, пожалуйста. Мы запустим золотистых ретриверов, они здесь. У меня есть оружие получше бомбы, и оно полностью уничтожит тебя. Это почему? Потому что ты спал с ней, и она просто в бешенстве. О, Фитц. Можешь приблизить. Мне успешно королева задеты чувства. Ты просто коснитесь. Голографический стол, активируйся. Мы восстанем против тех, кто стоит между нами и правдой. И ничто, ничто не сможет нас остановить. Эй, привет. Я агент Гранд Вор. И я могу порвать вам селезенку одним мизинцем. С повязкой на глазах. Да, показать мой значок. Протокол счета 6 альфа-вектор. Заблокировано. Пожалуйста. Давай просто отправим данные в штаб. Хорошая мысль. Да. Готовьтесь принять большой файл. Насколько большой? Я агент Гранд Вор. Я только что прыгнул из самолета без парашюта и спас тебе жизнь. Полномочия у него, понимаешь? Ты в курсе, что у меня есть полномочия пересадить твою задницу в дом на колесах?